Здравствуйте, уважаемые друзья и подписчики! С вами Айгерим Асылбаева. Я, как всегда, представляю компанию Роспроперти по городу Стамбул. Если вы помните, в предыдущем видео я рассказывала, точнее, вам отвечала на постоянный вопрос, который всех волнует, почему же недвижимость в районе Сеньор намного дешевле. Я думаю, в предыдущем видео вы получили свой ответ, но сегодня вам хочу рассказать о том, что так как район Сеньор на стадии развития, то есть это один из самых активно развивающихся районов, здесь очень много объектов, то есть строящихся, которые готовых проектов очень много, поэтому очень сложно, да, выбрать такой законный, достойный объект. Но этим занимается как раз-таки наша компания Роспроперти. То есть мы очень тщательно выбираем для вас проекты, поэтому все проекты, которые мы предлагаем, можете не сомневаться ни в чем, то есть ни в строительстве, ни в документации, в концепции. То есть мы часто мониторим предпочтения наших покупателей, наших инвесторов, поэтому сегодня хочу вам предложить один из самых достойнейших проектов, который расположен в районе Эссен-Юрт, близко расположен к Бейлюк-Дюзу, также к Бахчишехир. И данный проект на стадии строительства, но застройщик планирует уже в конце 2019 сдать в эксплуатацию, то есть в апреле вы можете уже получить свой ТАПУ, главный документ вашей квартиры, а в декабре 2019 году можете уже полностью заселиться в свою квартиру. Данный проект уникален тем, что, во-первых, комплекс располагается прямо вдоль главной улицы. В Эссен-Юрте очень мало таких широких, активных главных улиц. Это во-первых. Недалеко от комплекса есть крупный торговый центр, всего лишь 100 метров от комплекса. Перед торговым центром в 2020 году будет метро, то есть название станции Дуан Араслы. Вообще этот комплекс находится между двумя станциями, то есть одну станцию я вам уже назвала Дуан Араслы, а вторая станция метро это Эссен-Юрт Мейдан. За торговым центром есть главная администрация Эссен-Юрта, то есть очень близко. Кстати, в администрации Эссен-Юрта вы можете записаться на бесплатные турецкие курсы и СМЕК. Также перед торговым центром, то есть тоже близко, где-то в 200 метрах, есть мечеть, государственные клиники, также частные клиники, частные университеты и школы. Со стороны улицы этого комплекса на первом этаже расположены все коммерческие объекты. И, кстати, почему мы сейчас предлагаем данный проект? Потому что у вас есть уникальная возможность приобрести квартиру в этом проекте с первоначальным взносом всего лишь 20% от стоимости в рассрочку на 36 месяцев без процентов. А теперь я хочу вам дать информацию по проекту. Общая площадь территории комплекса составляет 20 тысяч квадратных метров. Как видите, здесь есть шикарнейший зеленый ландшафтный дизайн, декоративный бассейн с подсветкой, пальмы, зелени, то есть шикарные двор площадью 5000 квадратных метров. Также в комплексе представлены планировки 1 плюс 0, 1 плюс 1, 2 плюс 1 и 3 плюс 1. Все с балконами, с террасом. Также во внутреннюю инфраструктуру комплекса входит турецкий хаммам, сауна, фитнес-зона и зона для йоги. Также есть двухэтажный закрытый паркинг. А теперь предлагаю перейти к просмотру шоурум квартиры планировки 2 плюс 1. Приятного просмотра. Это шоурум квартира планировки 2 плюс 1 площадью 137 квадратных метров. Сейчас, как видите, я стою у входа. Справа от меня встроенный гардеробный зеркальный шкаф. Прямо от меня расположена кухонная зона закрытого плана. Слева от меня это гостиная зона. И по коридору справа от меня располагаются две спальные комнаты, общая ванная комната. Также есть индивидуальная ванная комната в родительской спальной комнате. Как вы видите, кухонная зона закрытого плана довольно она очень просторная. Оборудована корпусной мебелью, также встроенной бытовой техникой. И, кстати, друзья, хочу сказать, что
Так как жилой комплекс на стадии строительства, вы сейчас можете полностью сами спроектировать расположение комнат, если вам что-то не нравится, но только на стадии строительства. Я уверена, что вам понравился данный проект, и вы обязательно не упустите данную акцию, то есть от застройщика можете сейчас купить квартиру, планировку 2+1 с минимальным первоначальным взносом 20% от стоимости, то есть в рассрочку на 36 месяцев. Так что не упустите, дорогие друзья. Полную подробную информацию вы можете получить под этим видео, будет ссылка, по которой вы можете пройти на главный сайт компании RusProperty. И как всегда, наши менеджеры вам дадут полную подробную информацию. А я с вами на этом прощаюсь. С вами была Гирима Маслбаева. Всего доброго, до свидания.